Уважаемые господа, меня постоянно спрашивают о том, где можно посмотреть на мои фотографии. Ну вот, наступил момент, когда я могу об этом сказать. Значит, открылась выставка пару дней назад. «Цвет, форма и цвет», посвященная 80-летию Ивана Борисовича Порта, организатора секции «Арт-фото» в Творческом союзе художников России, которая вот еще охарактеризована вот таким замечательным каталогом, в котором есть много работ, в том числе и моих. Задача выставки была совершенно очевидна, исходит из названия. Это то, как мы представляем себе соотношение формы и цвета. Ну, и, соответственно, я работал в этой области. Здесь есть некоторые мои фотографии, которые посвящены, собственно говоря, моей экспериментальной работе с формой и цветом. Я отказался, как это часто бывает для выразительности, от пространственных комбинаций, сочетания цвета и формы. И здесь есть 8 таких панелей цветов. То есть, когда цветочки оказываются в виде панели. Вот вы их сейчас увидите. Их много, они разные. Есть геометрически упорядоченные, есть, так сказать, в живописном беспорядке. Есть живые цветы, такие очень активные, а есть уже засыхающие, то есть разные формы. Фотографии размером 100 сантиметров на 80. Часть из них в рамах, часть из них без рам. Значит, эти фотографии можно посмотреть, если захочется купить в конце выставки. Для этого надо прислать свою заявку на сайт издательства «Веди» и написать, что хочу купить. Значит, они не астрономические деньги стоят, там немного больше затрат на их производство. Ну, те, кто в рамах подороже, там до 15 тысяч, а те, кто поменьше, тысяч за 9 можно купить. То есть это примерно то, во что обошлось создание этого так называемого шедевра. Но тем не менее, конечно, эти фотографии не рассчитаны на то, чтобы выставляться в каких-то выдающихся галереях. Я думаю, наверное, я для этого не достоин. А для того, чтобы повесить где-то между умывальником и входом в туалет, вполне годится. Ну и, наверное, их можно вытерпеть какое-то время у себя на стене. Хотя они достаточно большие. Они малопригодны для небольших квартир. 100 сантиметров по длинной стороне – это много. Но посмотреть на них как минимум можно. И советую посетить эту выставку. Она открылась пару дней назад. И, собственно говоря, кроме моих работ, которыми ничем выдающимся не отличаются, там есть много действительно очень интересных, оригинальных работ, сделанных в очень своеобразной технике. Ну и каталог, в котором они все опубликованы, он тоже представляет интерес, поскольку дает представление обо всех участниках выставки. Советую посетить это место. Это улица Ремезова, дом 10, метро Нагорная. Галерея так и называется, галерея на Нагорной. Там рядом еще ресторан с одноименным названием. Так что потом можно это и отметить. Фотографии, если кому понравится, можно забрать в конце выставки. Она закроется в 20-х числах. Следите за сайтом галереи. До свидания.